Саженцы розы плетистой розариум ютерсен растет в виде куста, высота которого достигает 3,5 метров, а ширина 150 сантиметров. Раскидистый и пышный вид является главным достоинством растения, благодаря этому он может стать главным украшением сада. Отличается хорошими качествами морозостойкости, однако на зиму его лучше укутать. На побегах темно-зеленые блестящие листья и шипы. Бутоны нежно-розового цвета, они равномерно распределяются по кустарнику и источают приятный аромат. Повышенное внимание к ним нужно проявлять только первое время после посадки. Они нуждаются в частом поливе и подкормке удобрениями. Роза плетистая розариум ютерсен – это многолетнее растение высотой 200-350 см. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 200 см в диаметре. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола роза плетистая розариум ютерсен можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. В качестве места выращивания роза прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает роза плетистая розариум ютерсен в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Цветы имеют средний аромат. Цветок окрашен в розовые густомахровые цветки цвет. Интересные цветы розы могут быть до 12 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 3-7 цветков. Весенняя окраска листочков зеленая. Создан сорт был год 1977. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.